По поводу событий вокруг Тайваня в телеграм-канале «Империя Курильщика». По поводу событий вокруг Тайваня и посещения его Нэнси Пелоси, я могу добавить к тому, что написал неделю назад, только одно. Самая главная ценность для китайца – это мяньцзи, лицо, репутация в широком понимании этого слова. Работа в Китае меня научила совсем другой логике взаимоотношений как с подчиненными, так и с бизнес-партнерами. В христианской логике признание ошибок, признание положения и покаяния неосуждаемо. В этом христианская мораль даже видит мужество, а также не является финальным положением человека, так как за ним всегда следует очищение и исправление. Однако для китайца такое признание означает потерю мяньцзи, потерю лица, тотальное унижение, которое является не промежуточным, а финальным состоянием, окончанием истории. Никогда не делайте так, чтобы китаец потерял лицо. Оставьте ему возможность выбраться из ситуации, исправить ошибку. Иначе вы сделаете себе самого страшного врага. Китаец утрется сейчас, но возненавидит вас до конца жизни и будет мстить до тех пор, пока уже вы не потеряете лицо. Американский истеблишмент сделал так, что Си Цзиньпин потерял мяньцзи и теперь получил себе его в тотальные враги. Не ждите ответа сейчас. Си может и не ответит. Если у него нет сейчас гарантированного положения для победы, но точно знайте, что теперь цель для Си – это не победа Китая, а унижение и уничтожение американского истеблишмента. Бабка, ты лучшая! По поводу событий вокруг Тайваня. Империя Курильщика.